Институт натуротерапии доктор Арсенин представляет сегодня центральное, главное предложение дня. Это 4 концентрата на 4 месяца использования, и это корень лопуха. Единственный способ замедлить и даже обратить вспять аутоиммунные заболевания, снизить риск развития рака, и это постоянно профилактические продукты, которые не содержат сахар. Корень лопуха всегда хит продаж, всегда самый лучший. За один эфир более 3-4 тысяч продаж, поэтому торопитесь. Сегодня еще раз говорю о том, что наша коллекция Института натуротерапии представляет главный эксперт страны, врач-хирург, директор научного института натуротерапии, клинический фармаколог, автор более 600 рецептур, эксперт телеканала «Домашний», РЕН-ТВ, ТВЦ, Сергей Владимирович Арсенин. Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле корень лопуха – это такая центральная, главная трава. Одним словом, если прямо его характеризовать, если вы хотите быть здоровыми и не болеть никогда, особенно это касается людей старшего возраста, вам надо пить постоянно, на постоянной основе корень лопуха. Корень лопуха содержит L-бета-аспарагин, который очищает наш организм, который запускает лимфодренаж. Здесь содержится нурин, который купирует всякие воспалительные процессы, где бы они ни были, будь у вас гайморит, тонзиллит, либо какой-нибудь там пиелонефрит или цистит. Это борьба с вирусами, с микробами, с грибами, потому что корень лопуха активирует наш иммунитет. Это мощнейшее противовоспалительное действие. Это восстановление обмена веществ и иммунитета. Потому что если у вас нарушен обмен веществ, у вас, ну, как бы все летит тар-тарары. Это великолепная онкопротекторная защита. Потому что корень лопуха даже назначают, ну, например, там химиотерапию, у вас лучевая терапия, либо у вас какие-то там полипы, либо у вас какие-то настороженность. Если у вас там папа-мама болели от онкологии, дай бог, умерли, у вас такая наследственная отягощенность. И это все состав. Благодаря составу. Здесь обратите внимание, 9 натуральных компонентов, кроме корня лопуха. Женьшень, корень жизни, черная бузина, мощнейшее противовоспалительное действие, шиповник, кладезь витамина С и биофлавоноидов, подорожник, экстракт подорожника, это заживляющее действие, экстракт солодки, противоотекшее действие, красная рябина, это как раз онкопротекторная защита, помогает корню лопуху, эхинацея, великолепный адаптоген, а клюква, она очищает наши сосуды и запускает там мощнейший кровоток за счет биофлавоноидов, за счет дегидрокарцетина. То есть и это все не просто травки-муравки, это экстракты, концентраты. И вот здесь, например, вы принимаете под язык 1/3, там половина чайной ложки, обязательно рассосать под языком. Это называется в медицине сублингвальный прием. Что такое сублингвальный? Это значит, подъязычной артерии у вас там все впитывается и сразу идут кровоток. И знаете как, там нитроглицерин, какой-нибудь капотен для быстрого действия надо обязательно под язык. Взяли под язык, рассосали. Это безумно вкусно. Опять же, я говорю, я вот пару недель назад болел, я его пил, этот корень лопуха, ну, честно скажу, я прям буквально за неделю, наверное, банку выпил. Я не мог остановиться, насколько это вкусно. Это можно взрослым, можно детям. Это можно совмещать с вашими таблетками. Это можно совмещать с вашим каким-то лечением. Это как дополнительно к вашему лечению, потому что корень лопуха усиливает действие даже тех препаратов, которые применяете. Даша. Вот в одной баночке здесь содержится 34 сырого лопуха, если надо на пересчет взять. Потому что здесь концентрат, здесь самая соль, здесь самая суть вот этого активного корня. Сергей Владимирович, даже не просто можно, а нужно. Нужно совмещать и нужно получать. Очень вкусный, бесподобный. Я обожаю, люблю и, знаете, действительно советуем абсолютно всем, потому что все для вашего здоровья – это корень лопуха. 4 банки, 4 месяца применения, 3 года срок годности. Поверьте мне, уже вся страна оценила продукты доктора Арсенина. И, конечно же, сегодня огромный плюс. Вот такие 14 продуктов для здоровья и красоты от доктора Арсенина. Подарок достанутся тем, кто сделает заказ на сумму 3990 рублей и оставит отзыв в прямом эфире. А корзина стоимостью больше 10 тысяч рублей. Конечно, вы хотели бы попробовать. Вы можете заказать каждую баночку концентрата, и она каждая будет стоить за 999 рублей. Но зачем? Если стоимость сегодня сразу 4 банок при заказе в прямом эфире меньше 1500 рублей. И вы знаете, я до сих пор вспоминаю отзыв нашей телезрительницы, которая сказала, у нас с супругом уже как настольная книга «Корень лопуха». Чуть почувствовали, заболели. Организм будет бороться благодаря корню лопуха и благодаря концентрату, Сергей Владимирович. Совершенно. Это именно концентрат.
Но вот я всем рекомендую корень лопуха, конечно, соединять с чагой мумию. Угу. Потому что это самое мощное, самое сильное средство. То есть, когда вы берете корень лопуха, так, возьмите чагой мумию. Дело в том, что... расскажу прям историю про себя. Давай. Пару недель назад, ну, где-то полторы недели, наверное, назад, не две, даже недели назад, да, я заболел. Кашель, какой-то насморк, из носа, все течет. Температура поднялась. Да, у меня температура... Не знаю, там раз в 5 лет она у меня поднимается, никогда никакого воспаления не было. Воспалилась, глаз воспалился красный, я не могу на свет смотреть, все. Прям ну совсем плохо. И мои говорят, иди к врачу. Говорю, какую я идти к врачу, я сам врач. Нет, иди к врачу, тебе надо глазному посмотреть. Пришел к глазному, очень хорошая, одна из лучших клиник в Москве. 6 тысяч рублей консультация, кандидат наук. Он говорит, а я не знаю, что у вас. Посмотрела на аппарате, не знаю. Надо к лору идти, у вас из носа течет. Лор, консультация 8 тысяч рублей. Доктор наук, там профессор. Да, уже я потратил 8 плюс 6, 14 тысяч. Просто ни с чего. Смотрит лор, говорит, у вас ничего в носу нет, у вас как бы все нормально. Сделайте КТ, носоглотки там. Делаю КТ, у вас, наверное, гайморит. Нет гайморит у меня. Я подхожу, говорю, ну, ребята, чем мне лечиться-то? А мы, говорит, не знаем. Вот этот офтальмолог говорит, а мы не знаем, что с вами. У врачей как не у людей, не знаем. Ну, чем-нибудь там, какими-то травками полечитесь. Да. Я пришел домой. В итоге потратил КТ, консультация 23 тысячи рублей. 23. И что вы думаете? 000. Я начал пить чагом у меня стоит и корень лопуха. Я фу на вас, вот просто реально фу на вас. Буду сам все пить, как я всегда все делаю. И что вы думаете? На третий день у меня все прошло. Вот то есть, понимаете... Дурак я, что пошел, потратил там 20 с лишним тысяч. Нет, ну надо обследоваться, надо исключить эти самые проблемы. Серьезно, но если у вас нет такой клиники, если у вас нет таких денег, если у вас там нет докторов, наук, профессоров и все остальное, живете не в Москве, вот берите корень лопуха, чагом мио, начинайте применять, и у вас вот как с гуся вода от вас отскакивают все болезни. Никаких Сергей Владимирович, процессов. Слава богу, что у нас есть вы, кто нам, да, наш человек, наш доктор, кто советует сегодня чагом мио. 4 банки вы получаете совместно с корнем лопуха, усиливает эффект, а самое главное, вы не будете болеть. Вспомните состояние, когда вы начинаете болеть, когда вы не хотите просыпаться, когда все грустно, поэтому для того, чтобы был иммунитет, для того, чтобы клетки боролись, не было онкологии, сильнейший онкопротектор сегодня корень лопуха. Это ваше здоровье, это ваша ответственность, поэтому возьмите ее на себя. 3 года срок годности я рекомендую сочетать со всеми концентратами доктора Арсенова. И, конечно же, не забывайте, делая заказ на сумму 3 990 рублей, отзыв в прямом эфире, корзина доктора Арсенина в подарок.